Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Технобар Плюс, и сегодня у нас очередное видео на тему игру в моментальную лотерею. В данном случае рассматриваем и играем в игру жилищная лотерея. Она, честно говоря, очень сильно похожа на вот эту лотерею 6 из 45. Но посмотрим, насколько же эта жилищная лотерея даст нам приз 10 миллионов. Почему жилищная? Потому что, я так понимаю, ну, за 10 миллионов уже, в принципе, можно себе какую-то квартиру позволить, довольно-таки неплохую. Но, тем не менее, друзья, сначала надо их выиграть. Есть 10 призов по 1,5 миллиона, 20 призов по 500 000 рублей. Смысл тут каков, друзья? Ну, во-первых, 65% это лотерея, выигрыш здесь. Ну, то же самое, в принципе, как вот это, она там особо чем-то не отличается, даже видите, названия тут особо не стали запариваться, и там, x1, x2, x3, ну как бы все то же самое. Вытираем счастливые числа и ищем здесь числа наши. Под ними будет какая-то сумма денег, ну а здесь уже домик x2, x1, x3, будет что-то, будет, не будет, посмотрим, друзья. Три билетика взяли на пробу, посмотрим, возможно, мне эта лотерея понравится. Приятный тут градиент, такой темно синий, и даже с градиентом идет защитное поле, друзья. Ну, тут уже запарились, потратились. Жилищная лотерея. Ее, кстати, есть несколько видов, друзья. Я вам хочу сказать, что она еще есть в маленьких лотереях. Кстати, я думаю, что есть смысл из новой пачки. Мне предлагали взять маленькие лотерейки жилищные тоже. Посмотрим. Посмотрим. Наверное, все-таки возьму я для вас, для того, чтобы вы посмотрели, отдохнули. Как вам понравится, не понравится, выберу побольше лотереек. Вот она такая, наполовину такая буквально лотерейка, тоже жилищная. Итак, наши номера счастливые. 17, 19, 37, 54, 72, 80. Начинаем вытирать. 37 есть, скорее всего, будет x3. 52, 63... 85. Дальше вытираем. 81. Это я, если что, друзья, говорю числа, которые выпадают здесь. 59. 51. 36. 20. 18. 29. 47. 58. 78. 77, 57, 43, 28, 16, 12, 26, 41, 55, 76, 67, 53, 38, 25, и 11. То есть, друзья, по сути, у нас совпало только одно число, это 37, 25 рублей, вот здесь будет 100% x3. Смотрим и, собственно, убеждаемся. Билет, опять же, выигрышный на 75 рублей. Ну, такой вариант, честно говоря, ну ладно, 75 так 75. Но это неприятно. Опять же, друзья, тут даже выигрыш, видите, минимальный 50 есть. Слава богу, хоть 75 получился, а не 50. Так, 39, 84 выигрышные числа, 36, 73 и 35 и 55. Ну, что-то новенькое, по крайней мере, друзья. Надеюсь, что хоть здесь повести должно, наконец-то, или нет, я не знаю. 22, 33, 57. 76, ну, 89. Смотрим дальше. 20, 32, 52, 75, 88. Дальше. 86, 69, 45, 31 и 18. Дальше. 81. 60, это будет проигрышный билет, друзья, 100%. 12, 13, 28, 41. 100 пудов будет проигрышным. 64, 40, 27, 12. 64, так, 79.
И последняя строчка 78-62-39. О, нет, наконец-то 39. Это выигрышный все-таки билет. Но опять же будет, друзья, этот билет 75 рублей. Выигрыш в нем будет, а не больше. 11-23. Вот на последней буквально минутке. Тут будет X3 100%. А нет, друзья, тут вот тот случай, когда X2. То есть 50 рублей. Смотрите, 39, вот 25. И умножаем, тут уже X2. 50 рублей. Честно говоря, ну так себе. О чем сказать, что не испытываешь какое-то удовольствие. Два билета, тут 75, тут 50. Ну, надеюсь, может быть, третий будет здесь какой-нибудь счастливенький билетик у нас с хорошим выигрышем. Опять же, счастливые числа у нас 43-69, 41-63, 61 и 18. И будем вытирать, наверное, вот таким образом, друзья. 22, 21, 16, 14, 13, 12. Поехали дальше. 25, 27, 31, 33, 34 и 35. Пролет пока. 37, 39, 40, 44, 45, 46, 50, 52. Пока, друзья, без выигрыша. 54. 56, далее 57 и 59. Так, 85, 78, 74, 71, 68. Пролет, блин. Нет, не пролет, друзья. 75 рублей. Ух. Слава богу, что хоть 75 есть. 75, но тут будет X1 100%. Видите, 61 совпало и у меня 61 совпало. 75 рублей, тут будет X1 100%. Да, так оно и есть. Стираем этот весь домик X1. Итак, 100, 2 раза по 75 получается. Это 150 и 50, 200 рублей вернули. Ну, вот как-то так, друзья, честно говоря, 250 в минусе. Опять же, друзья, как-то рекомендовать вот эту лотерею, либо вот эту лотерею я не могу. Я думаю, что есть смысл купить лучше жилищных маленьких с новой пачки. И вам, собственно, показать, есть ли там выигрыш или нет, поиграть, чтобы вы и я получили удовольствие. Как-то так, друзья, это была жилищная лотерея. Квадратный метр, 10 миллионов главный приз, но его очень сложно найти, я вам честно скажу. Я ее не рекомендую, она не стоит таких денег. Вот как-то так, друзья, и защитный слой, еще такое скретч-покрытие, так себе, честно говоря, ну прям, что восторга я не испытывал. Друзья, обязательно подписываемся на канал Технобар Плюс, делимся своим мнением в комментариях. Ну а я, как обычно, на канале Технобар Плюс, всех обнял.